И то, и другое. Они приехали помочь мне адаптироваться. Первые две недели мы были на выезде. Это первая неделя, когда я дома, и мне намного легче, когда рядом семья. В то же время у них есть возможность посмотреть город. Это еще не самая холодная погода, но я выдержу. Погода очень отличается, но я готова. Я ожидала, что будет плохая погода и темно. Но судя по тому, что я вижу, все не так плохо. Хотя у меня, конечно, было мало времени, чтобы осмотреться. Я думаю, это Олимпийские игры, финал и полуфинал. Да, конечно. Я думаю, это было в этом году в Испании. Матч 1/4 финала чемпионата мира, проигравший вылетал. Он был очень сложным и поэтому особенным. После той работы, которая была проведена летом, это был подарок. Компенсация за усилия, которые были приложены. Когда у тебя двое друзей в команде, все становится легче. Я играла с Соней 2 года в Праге. Играю с Анной в сборной Испании. Они очень мне помогают. Они очень разные. Лукас работает в сборной Испании. У Хейковой я играла 3 года. У них разный подход, но я в хороших отношениях с обоими тренерами. С Хейковой у меня была свобода, она помогла мне стать лучше, даже если я делала ошибку. Я знала, что останусь на площадке. Она дала мне уверенность, и я выросла как игрок. Сейчас я много читаю, но я люблю и посмотреть ТВ-шоу. Очень увлекаюсь модой. Люблю заниматься шопингом онлайн. Я хочу стать лучше, как и любой другой игрок, а в команде хочу дойти до финала и занять первое место в каком-нибудь из соревнований. Это победа команды. Баскетбол – командный вид спорта. Даже если я играю плохо, я счастлива, когда выигрывает команда, и это самое главное.